Вот они как. Она с гнезда слетела. Им надо крылышками помахать. Вот они как. Это бумагой заслана Володина кровать. Во, Володина лежбище еще подняли, даже их не видать. Мы только что пришли с моления. Вот они где. А там тень от нее, как будто еще голубь. Два голубя-то. Вот она. Аня вот оправилась здесь, сходила на двор. Дальше посмотрел. Вот она сразу идет сюда. Вот интересно. Только вылетела, успела. И уже обратно скорее надо ей лететь. Обратно. И вот она здесь... Гнездо у нее. Сейчас вот покажу, где. Вот они, яйца, видать, нет? В углу. И она сидит на яйцах, а он ее клювом гладит и гладит и гладит. Вот действительно голубь. Это ни курица, ни петух, никто не делает так. А голуби так. Любовь, ласка. Хотя, кажется, куда уж там... Вот она где. Сейчас подошла, что-то целовала его там. Вот так. Вот она туда слетела. Ой. Ой, мне прям на голову сел тут. Дикие голуби. Вот она выглянула только. Ну сколько тут? Минуты буквально были. И теперь она может маленько поесть ей надо, тут мешаюсь. Показывать. Я фонариком подсвечиваю. Насколько удивительно. Я всегда породистых держал. А сейчас решил диких подержать. Узнать, какие у нее природные качества. Ну все. Я отхожу подальше. Все, накрыла яйца. Накрыла. А он наблюдает, как тут идет дело. Вот он наверху сидит. Это он. Он муж ее голубь, а она голубка. Это у нас сегодня 10 февраля 2018 года. Парят. Все. Вот они вылазят. Гуля, 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 гуля. Вот он сейчас оправиться надо. Кошек загнал в подпол. Вот он выходит. Гуля, 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 гуля. Вот она. Все. Вчера мы смотрели. Его надо посмотреть сейчас. Фонарик возьму. Один тут. Посмотреть, как он. Там живой, нет? У нее там детище. О-о-о. Вот он сидит. Это черный нос у него такой. Ну, ладно. Вот они теперь. Так, это у меня уже снято было. Как они сейчас там оправятся, им надо. Все. На прогулку выпустил. Они... Но... Рады просто помахать крылышками. Она бегает. Скорее, скорее, скорее. И опять к себе. Сейчас она гнездо у нее. И она мигом возвращается. Вот она.
Вот оно сейчас проваливается туда. И скорее в гнездо. Вот оно где. Сейчас я фонарик возьму. Еще нет, не... Где-то там яйца-то не вижу. А, вот оно где. Наконец-то нащупал. Она вот она забилась и сидит. Ей надо тут поесть. Тут семечки я насыпал. Это на расстоянии примерно 40 сантиметров от меня. Это голубка. Вот насыпаю, привлекаю их сюда. А у нее гнездо внизу. Яйца показывал. Сейчас она туда будет прыгать. Вот так. Все, съела. Яйца переворачивает. Это в ней заложено от Бога. Все. Большую часть она там время проводит. А где же это-то ее? А вот он вплотную подлетел. Вот он. А вот она где у него это залетать в домик. Ну, сантиметров 40 тоже. Сидит он на принтере. Вот так. Она все съела, теперь ему подсыплю семечек. Это мы иконостас закрыли полотном, чтобы они туда не залетали. Вот каждый день я это наблюдаю. Считаю числа, какие выводиться будут, как дальше наблюдаю. Дикари, самые простые дикари с улицы. Вот видно там ему. Вот. Вверху. Пошел.